Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, сегодня мы поиграем в игру, которая называется Mask Gun. Сохранить лобби. Так, ну что ж, давайте посмотрим бесплатный сундук. Что нам здесь достанется? Ух ты, новая бронька. Так, 4 гранаты, медицинская аптечка. Ну, 500 голды и один бриллиант. Хорошо, так, не будем мы ничего смотреть. У меня на данный момент третий уровень. Боевой сундук. Слушай, подожди, а у меня же, по-моему, в слоте был сундучок. Куда он делся? Давай заберем. Очень интересно мне знать. Короче, ребята, это у нас шутер. Да-да, шутер на Android. Поэтому давайте приступать. Так, лобби, играть. Слушай, подожди секунду. Мы с вами полностью, надеюсь, одеты. Я вот, честно говоря, забыл вступить в клан, пока я не хочу. Категория, лобби. Короче, поехали. Подключение к игре. 9 игроков, 10 игроков. Так, 5 на 5 у нас происходит войнушка. Короче, они со своей территории нападают, а мы со своей. Сейчас все увидите. Стрелять здесь не надо, именно кнопку стрельбы. Они стреляют автоматически, как только видят врага. Ну, где вы там? Я пока никого не вижу, ладно, выхожу. Это мои, что ли? Да, это мои. Мои синенькие, враг, естественно, будет красненьким. Кто там гранаты бросал, а? Вон он, вижу я его, ребята. Гад вонючий, а? Сейчас отхилится. Или нет? О, малорик. Да я его возьму, ребята. Черт, куда-то сюда побежал. Ну, где он? Ага, его прикончили, короче. Смотри. Смертник, да ну. Ребята, это из-за того, что, блин, перезарядка. Я потерял драгоценное время на перезарядке, и меня чпокнули. Хорошо, поехали дальше. Так, мы ведем, пока мы ведем, да. Сами видите, по убийствам. Это на самом верху у нас все обозначено. Кто сколько фрагов убил? Ну, где? Дай-ка я на всякий случай. Ну-н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 у. Чмошка. Так, ладно, сделаем вот так вот, по уму. Оу! Блин! Нахрен я ему по ногам стрелял? Я не понимаю. Надо было в чайник ему целиться, да и все. Ну, ребят, у меня здесь... Пока еще ничего нет хорошего. Ни брони, ни костюма, ни шляпы, ни шлема. Ничего, короче. Гул как сокол. Броня самая душманская. Е-е-е. Но это не я его подбил. Воу-воу-воу. Смотри, он стоит. Глюканул, что ли? А ну-ка, выкуси, гад. Ёпрсты! Прилетело. Чепушило, а. Блин, не вижу я его, да? Минус. Ну, хотя бы так, ребят. Так, аптечка. Ну его нафиг от греха подальше. Ну что ты стоишь-то, по тебе ж бомбят. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Есть. Отлично. Они там стоят. Хорошо зашло, да? Трипл килл, давай, выходи. Ёпрсты, ребят, я бью рекорды. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Фак. Фак. Что я могу еще сказать? Ага, показывают мне, кто убил. Поехали далее. Ну, где эти сосунки? Пускай только высунутся. Ребят, ну это, кстати, новая карта. До этого я играл на совсем другой. Хотя вы сами должны понимать, что здесь... Так, аптечка. Здесь... Ничего такого сложного нету. Просто играем команда на команду. Да ёпрсте. А где мои-то все были? Я не понял. Херли, вы дурочку там гоните-то, эй! Я думал, что они прикрывают с той стороны. Ага, прикрывают. Они уже там все давно трупы, оказывается, были. Ладно, месть моя будет жестока. Мегакилл мне только, блин, сорвали, уроды. Иди сюда, говнюк. Отлично, успел, да, захиляться. Ну, где ты там? А, щет! Воу-воу-воу-воу-воу. Надо быть... Поаккуратнее маленько. Прям в спину, круто. Стопудово сейчас где-нибудь здесь выйдет.
Или же нет, нету пока. Есть, ребята, мы победили. Нифига у нас счет. 302 против 191 очка. Так, ну что же, что я получаю? Я получаю мазган сундук. Отлично. Получаю опыт 181 голду плюс еще. Это у нас за... Это второй реворд. Так, ну и опыта. Это можно купить, видимо. Нет, я покупать не буду ничего. Так, миссия. Следующая через 10 часов 26 минут. Не слишком ли дофига приходится ждать-то? Так, маскган, ребятули. Ну что же, давайте посмотрим. Открыть. Либо мы его сейчас открываем, либо за время. Посмотрим. Я могу за 48 брюлей, которых у меня всего 10, значит, я ничего не смогу. Через 8 часов этот сундук, ребята, откроется. Ну и вы сами видели, что я могу здесь получить. Маску, видимо, какой-то нож. Ну, рукопашный бой, короче. Аватарку, осколки, улучшения. Ну и золото, и, возможно, гранаты. Открыть сейчас. Так, у меня 4 слота всего, куда я могу помещать эти сундучки. Так, вот мне не нравится, как меня звать. Мне не нравится совсем. Вот так вот я выгляжу для врагов. Слушайте, я могу себе отредактировать. Вот это, ребята, мой инвентарь. У меня нож, беретка есть. Есть вот такой вот ARX-160. И шлем. Точнее, не шлем, а маска. Новая маска у меня. Нет, нет, не маска, у меня новый, вот, броник. Кстати, я могу, наверное, улучшить его, да? Нет, не могу. А вот здесь могу. Ну, давай посмотрим, что у нас по улучшению и сколько это все будет стоить. Улучшение, давай глянем. Угу, получается у нас мощность плюс 4 и диапазон плюс 1. 2000, у меня почти 5600. Хорошо, я улучшаю. Первая категория, 2 звезды. Сколько нужно здесь? Ага, 6 уровень. Так что пока, ребята, мы с вами будем обходиться вот этой винтовкой. Давай посмотрим по бронику. Улучшение, могу улучшить. Так, получается у меня баллистика, да? Категория первая, но я думаю, что 5 уровень нужен. Не получится, ребята. Разблокировано. Черт, я хочу вот этот вот. Тут уже вторая категория, третья. Слушай, ну неплохо. Что у нас по маскам? Так, это у меня используется. Остальные пока закрыты. Это у нас редкие. Редких я не получал. Хотя вот, ребята, видите, одну штучку я же из 8 получил. Видимо, какая-то, да, маска типа как у Джейсона. Ха, прикольно. Так, что у нас по боеприпасам? Я могу купить гранаты. 33 у меня... Или не у меня, тут написано во владении. То есть вообще, наверное, есть, да? 33 гранаты и 62 аптечки. Вы можете получить сундук с припасами, если посмотрите рекламу. За нее вы получите 5 гранат и 5 аптечек. Я, естественно, пока этого делать не буду. Посмотрим, что у нас здесь. У нас есть нож. Ножи есть разные. Ё-моё, даже бита есть. О-о-о, ничего себе. Ядрён батон. Сковородка. Сковородка, причем там ищется глазунья в виде кошечки. Нихера. Воу. Ситх. Эпическое оружие, ребята. Гада. Офигеть, бандура такая. Так, ну-ка посмотрим здесь, что у нас. Блин. Сколько стоит? 4000, мне не хватает чуть-чуть совсем. Тут также можно купить, ребята, снайперки. 5000, ёпарзаты. Пистолеты. В данный момент у меня вот такой вот беретта. Глок. На каком уровне? На 16-м разблокируется. Вы что, серьезно, что ли? На 31-м. Пипец. А я пока как нищеброд бегаю с ARX. Вот с этой винтовкой, ребята. 15 штукарей стоит. Офигеть. SMG. Ну, это типа УЗИ. Слушайте, ну, в принципе, реально накопить. Так что, ребятушки, давайте-ка. Можно вступить в клан, по-моему, да, нам? Так. Итальянский клан. Открытый, 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 открытый. А где наш? Нашего здесь нет. Да я не хочу с этими, с нерусами бегать, ребят. Не хочу. Можно самому, наверное, создать, но стоить он будет...
офигенно сколько гемов. Ладно, пока побегаем без клана. Хотя я больше уверен, будут нам давать плюшки за участие в клановых именно баталиях. Лобби... Нет, будем просто играть. Никакого лобби нам нафиг не нужно, да, ребят? Поехали. Автосъемка. Блин, опять же тот же самый уровень мне дали. Ну хорошо. А где мои? Уже воюют, что ли, вовсю? А почему 2 на 2-то, эй? А, вот, вот. Ребят, игра только подгружается, как вы видите. Ребятули подсоединяются к игре. Нас всего трое, вот. Все, мы по фулочке. По фулочке у нас 5. Их пока четверо почему-то. Их пока четверо. Оу! Давай, 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 давай. Ать! Сейчас меня накроют, по-моему, медным тазом, ребят. Хотя не факт. Твою мать! Такое ощущение, что он со снайперки бомбил. Да нет, по-моему, у него... Да, снайперка. У него была снайперка. Ты прикинь? Хмырисос уже имеет снайперскую винтовку. Е-е-е! Но это не я убил. Подавись, упырь. Хе-хе-хе. Ребята, мне должны были зачислить как этот, как саппорт, как помощь. Почему-то ни хрена не сделали этого дела. Сосунки. Да какого ж хрена не стрелял-то? В чем проблема, не могу понять. У меня что? Его, смотри, 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 смотри. Вот он, ребята, этот гад. Вот он, который был у нас с этой, как его. Тихо. Так-ка я вон туда вот. Я понял, где они сидят, поэтому надо туда почаще гранатку забрасывать. Ух, родной ты мой. Хедшот. Так, а вон там я вижу говнюка, смотри. Охренеть, просто... Тихо, не надо, вон он. Это снайпер. Или с глушаком, или снайпер, одно из двух. По крайней мере, я не слышу. По-моему, тут граната прилетела, да, где-то так. Подглючила меня маленько. Так, одна граната у меня всего в наличии. И 4 аптечки. Ну, твою мать. Иди сюда, гад. Есть, я все-таки добил его. Опа, вот это вот нечестно. Кто-то сзади меня бомбит. Фак, фак, фак. Расстреляли, я попал в кольцо просто-напросто. Вот и все. Но, тем не менее, ребята, у меня достаточно приличный послужной список по убийствам. Погнали дальше. Самое, что прикольно, здесь не надо очень много бегать, понимаете? Просто стоишь, нашел какую-нибудь позицию. Да кто меня бомбит-то? Не понял, ребята, что за дел? Ах ты, посмотри! Тьфу. Нифига ты, парень, припух! Офигеть! Слушай, какого хрена? Он, смотри-ка, с УЗИ там шпалит. Короче, они взяли хитро. Встали по углам и просто нас ловили. Видишь, что делают? Да ну, даже аптечка не помогла. Почему? Слушайте, по-моему, ребята, они ведут по убийствам. Что-то мои вообще тут какие-то лошпены, ни хрена не умеют делать. Где они? Я не могу понять. Ага, одного грохнули, отлично. Вон он стоит. Ну, сдохнешь ты? Есть, сдох. Давай, 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 давай. Зачем, блин, перезарядка? Какая, блин, перезарядка? Твою маковку! Бегай, бегай, сейчас я тебя, блин. Сейчас я тебя выловлю, чмошник. Сейчас ты мне там добегаешься, блин. Вон он, ребят, вон он. Так что вы стоите-то тупите-то, ёпрос. Я офигею с вас. Какая еще фигня тут вылезла, нафиг нам не нужна. Грохнули, по-моему, да, убили мы его там. Да ну, блин, перезарядка всегда. Все вовремя. Он подлечивается, нет? Не успел. Так, где мои убийства? Я не могу понять. Сколько я убил? Ну куда? Нахрена ты вот там пер, а? Твою мать, даже граната не помогла, представляешь? Один за другим там падает. Ну и наш тоже падает. Ладно, хрен с ним. 12 убийств там чувак имеет, ты представляешь? Он типа рекорд там бьет, да, что ли, я так понимаю? Так, не кучкуемся нафиг.
А? Не понял. Я шел спиной к чувачку. Время, ребята, время поджимает. Мы проигрываем. Проигрываем, и причем охрененно как. Слушай, ну как сказать, на 9 баллов всего лишь проиграли, да? Какой нафиг на 9? На 39. Ой, ладно, хорошо. Что у нас тут? Убийство 10. Я получаю еще дополнительно 270, да? 270 плюс 270. Хорошо. Деньги мне нужны. Поехали. Не буду я не смотреть вашу рекламу. И получаем с вами 4 уровень. То есть нам дают голду и 6 брюликов. Открыть. Что открыть? Ну давай откроем. Так, у нас МП7 доступен теперь, да? Доне. Слушайте, я надеюсь, мне карту поменят или нифига. Или так... Опа. Золото, алмазы, сундук с трофеями. Такого раньше не было, ребята. Ага, открылся магазин у меня. Понятно. Так, а что у нас тут? Клан, достижения, все, я понял. Так, эксклюзивное приложение. Минус 91%, офигеть. Слушай, а лобби? Публичное состязание, закрытое состязание. Закрытое состязание для кого, для чего? Искать. Слушай, дай посмотрю, что это за состязание такое. Хозяин. Не-не-не-не-не, не надо мне. Короче, понял, ребята. Закрытое состязание, это, короче, создаешь свое лобби и там уже играешь. Вступить, вступить. Прикинь, дэтмач, да? 10 на 10. Да я просто не хочу, я в публичном состязании. Ну, давай отсюда уйдем. Ядрени фени. Лобби. Так, а что такое сохранить? Ого, мне доступен МП7 стандартный. Используется. Да, понятное дело, что используется. Купить 5 штук. Не хватает бабла. Используется нож. Кстати, ребят, я ножом еще ни разу не пользовался. Даже не знаю, насколько он хорош вот именно в этой игре. Так, в почте у меня ничего нету. Сообщений, к сожалению, нету. А это что? Добавить друга можно. Ага. Слушай, ребятули, а как здесь, интересно, менять, как бы вам сказать, карту? Я помню, я играл на другой карте. Тут какой-то у нас завод, стройка, не поймешь, что это такое. Переехать, смотреть. О, смотрите-ка. Ребятули, мы с вами в какой-то новой локе. Слушай, какой-то рождественский городок, что ли? Погоди-ка, что у нас тут? Загрузка оружия. Слушай, они еще, по-моему, не появились все. Нужно 5 на... 5 на 5. Что, в кого-то там строчишь? Где-то уже вовсю палево идет. Вон они, ёпрсте, вон они. Че это, чувак с ножом? Чувак с ножом, прикинь, вышел. Фига он себя там почувствовал терминатором, блин. Иди сюда, гад. Тихо, 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 тихо. Не буяним, не буяним, родные. На, блин. А кто? Не понял. А кто меня расстрелял сейчас в данный момент? Он не мог. Так, пошли-ка сюда. Ну-ка нафиг. Совсем прихмурели, блин. Сычи. Давай, давай, давай. Один есть. Блин, и меня снесли. Черт, броня хреновая, блин. Надо ее усиливать. Ну что это такое? Ну две звездочки. Ну ё-моё. Ну куда это годится? Никуда. Опа, 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 опа. Опа-на. Родной, здорово. Хе-хе-хе. Хиляемся обязательно. Хиляться надо. Так, брони у меня нету, да? Броня по нолям. Ну, естественно, как же без подзарядки-то? Гранату бросил туда. Кто-то сзади. Слушай, да такого быть не может. Ё-моё, я отвернулся буквально на секунду. Смотри, спрятался. Вы поняли, как они действуют? Эй-эй-эй, подожди, а почему меня повело куда-то? Чё за хрень? Слушай, ребят, что-то с управлением. Меня куда-то повело не в ту сторону. Я должен бежать прямо, а мне почему-то...
Все нормально сейчас. Что такое было, я не знаю. Не понял я. Вы что, блин, припухли, что ли? Эй, щенки. Ну-ка, дай гранату нафиг я туда брошу. К ядрени фени, где они? Где-то, наверное, здесь стоят, да? Нет? Ха, нету. Тут надо каждый угол, блин, ребят, просматривать. Это хрень полнейшая. Где-то стреляет уже, где-то... Откуда? Ё-моё, он сзади, ты прикинь. Молодец, прикрыл меня. Давай-давай-давай-давай-давай. Козлы. Вот что я могу сказать им. Кто опять бомбит? Где он? Где враг? Я не вижу, ребят. Так, тут чисто. Стоим, 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 держим. Держим, ребята, оборону. Понял я, как они тут действуют. Давай на того. Что ж ты... Да, да кто ж меня-то там бомбит? Даже аптечка не помогла, блин. Самое интересное, да, он там находится один. Потом показывают их почему-то. Это кто сейчас был? А что? Что с игрой происходит? Не пойму я, блин. Какой-то снайпер здесь, ребята, находится, смотри. Нифига ты там припух, парень. Вот так вот буду знать, как здесь ошиваться. На гранате всех поймал. Давай этого говняка снесем. Мегакилл. Мегакилл, отлично. Отлично. Так, стопудово сейчас будут где-то ловить меня. Где-то будут сейчас меня подсекать здесь. Ладно, вон он, вон один, вижу. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Куда ты, твою мать, сам себя взорвал, дебилоид, а? Я хотел вообще-то аптечку использовать, но никак не, под... не подрывать самого себя, дуралей, блин. Опа, ты понял? Ты понял, что они делают? Они бросили нам гранату сюда. Тогда мы делаем, знаешь что? Твою мать, ты посмотри, что творится. Давай тогда и мы туда же гранату. Я не могу выйти, ёпарсты, офигели что ли, блин? Черт, время, ребята, отчет времени. Да, проиграли практически на 105 очей. Ну, фигли, видимо, знали. Для меня эта карта новая, хотя тут ничего такого сверхпупер офигенного я не увидел, ребята. Карта обычная, опа. Так, шарды какие-то получаем. 15 аптечек, 15 гранат. И мидас, какой-то бронежилет. Получение, получение. Поехали. Так, у нас, кстати, деньги, ребят, появились. 6700. Так, что тут у нас? Ого. Нет, это нам не надо. VIP какой-то, понимаешь ли. Так, миссии. Нет, здесь не то. Так, добро пожаловать. Смотрите, я не буду. Двойные награды причем. Так, и у нас есть деньги, значит, я могу себе что-то позволить. Второй день. 500 голды мне начислили. Ежедневный вход. Миссии. Категории. Кстати, ну я получаю скоро 5 уровень. Буквально еще, наверное, бой сыграем. И будет у меня 5 левел. Так, знаете, что мне нужно? Мне нужно вооружение. Как его делать-то? Эй, не-не-не-не-не-не. Твою мать. Хотел не это сделать. Хотел абсолютно не это сделать. Так, что это у нас за карта? Угу. Слушайте, ну они все как-то абсолютно одинаково похожи. Ну, есть только разница в том, что... Черт. Их четверо, а уже война вовсю идет, офигеть. Я считаю, что это нечестно так. Дали бы им возможность, ну... Но-но-но-но-но, минус. Шикарно. Все у нас, ребятули, под контролем. Где? Жду, жду. Опа! Опа, опа! Ага, свои не взрываются, отлично. Да ёпрст...
Выйди, выйди. Не вышел, гаденыш. Слушай, а мы можем как-то наверх подняться, да, я так понял? Эй, да как уж лишь вы. Давай, расстреливай. Кто, блин, кто-то сзади, со спины. Ага, понял. Ну, убьете его? Ни хрена вы не убьете. Придется самому все делать. Где-то вот здесь эта резня была, да? Упс. Когда вот такой хлопок, ребята, это стопудово где-то снайпер орудует. Что такое? А, я понял. Хе-хе-хе-хе. Размазали сосунка. Так, ждем. Вон он, еще один. Ну, прикрываем, прикрываем. Есть, отлично. Давай вон того теперь захоркали. Один куда-то убежал сюда. Сейчас появится здесь. Где-то вот сюда он зашел. Я его лично видел. А ну-ка давай гранатку туда. Ну это не я, конечно, убил, но все-таки. Давай, 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 крошим, крошим, крошим. Да ну, блин. Шикандос. Ну-ну-ну-ну-ну. Шикарно, я его снес. Так, надо перезарядиться нафиг. Слушай, у меня, по-моему, винтовка совсем другая, ребят. Воу-воу-воу-воу-воу. Хотел подхилиться, но не успел. Я думаю, что за фигня у меня. Чувак с ножом, смотри, орудует. Наверное, нож в ближнем бою вообще великолепен, я так думаю. Ну, по идее, должно быть так именно. Мини-контра, ё-моё. Не надо вот только фризить, пожалуйста. На этой игрухе, когда тут важно точно попадать. Оп-оп-оп-оп. Куда ты? Твою мать, Рэй, ты что делаешь, а? Ты что делаешь, блин? Потерялся, ребят, потерялся просто. Знаешь, это паника меня взяла. Я начал тут херней заниматься, блин. Гранату бросил, думал, сейчас подорвусь и начал бегать. Со спины, как видели, меня расстреляли. Куда ты там побежал? Далеко ли собрался, парнишка? Опа, гранатка, я видел. Ну, я убил его. О-хоу. Найс. Тут практически в рукопашку, ё-моё. Да блин, поворачивается. Хмырь, а. Так, это наш. Это наш. Где еще? Где следующий? Вот он, вот он. Блин, у меня мало было здоровья. Продинамил. Ребят, ну мы пока ведем. Слушай, ну нас в меньшинстве. А с какого вдруг перепуга нас меньше-то? Кто-то вышел, ребят, из игры. По всей видимости. Я даже не удивлюсь, если это подставное лицо. Но мы все равно выиграли. Отлично, с перевесом почти в 45 очков. Ну и что же я заслужил? Сундучок, еще один. Да это хорошо, это радует меня. Ну что ж, добро пожаловать. Не надо мне никакие двойные награды. И как я вам говорил, ребята, мы получаем 5 уровень. Почти 1000 голды и 8 брюликов. Маск Ган. Так, ну что, а где у нас это-то оружие, ребят? Воу. Слушай-ка, я вот такого не видел. А, клановые войны? Дэтмач? Слушай, я, наверное, еще до этого не дорос. Ты посмотри, а где дэтмач? Тут, где тут это все? Я не вижу этого. Письмо какое-то пришло. Так, улучши себе броню, мультиплеер. Опачки, ребятули. Разблокирована броня 3 звезды. Баллистика. А эту не дадут? Нет, 16 уровень нужен. Ну что ж, я возьму, ребят, конечно же. Грех не взять. Согласитесь. У меня 4000 осталось. Так, что я могу по оружию взять? Винтовку SMG. Ну давай посмотрим. 5 штукарей не хватает. По винтовкам давай глянем. 15 тысяч. А какие тут? О, АКшечка, да? Да, АКшечка родная. Так, XM8. Блин,
Так, М4, М16, F2000, АК-74, ребят, ёпрстые. Скар, БМР, АК-5, ядрён батон, а? Хочу. А что у нас по тяжелому? Шотган, за 4 штуки могу взять. Слушай, а может быть взять мне... Самая дешевая снайперка стоит 5000. Слушай, ребят, я, наверное, возьму, но надо накопить. В любом случае. Пока побегаем, наверное, так. Ну что ж, друзья, давайте, наверное, мы с вами на этом закончим. Если вам понравилось, то ставим лайк, комментируем. И, возможно, следующая серия будет не за горами. Ну а на этом все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.